Единая Россия, первая из всех политических партий, начинает подготовку к сентябрьским выборам губернатора. 25 апреля в подмосковном Дмитрове стартует предварительное голосование для последующего выдвижения от партии, так называемые праймерис. Вот как прокомментировал ситуацию секретарь местного политсовета Химкинского отделения Единой России, депутат Московской областной думы Александр Иванов. Во всех первичных отделениях идет обсуждение программ кандидатов. Очевидно, что есть явный лидер. Это Андрей Воробьев. Это подтверждают и социологические исследования последних дней. Однако другие кандидаты представляют значительные социальные группы, и для нас очень важно выслушать их мнение. В ходе обсуждения мы понимаем, что главные цели для всех общие – повышение уровня жизни, социальная защищенность, экономический рост региона.